Всем привет, друзья, с вами ММА, сегодня будет супер офигенный ролик. Хотел бы сказать спасибо большое всем. Там, блин, сколько типов помогали, я просто в шоке. Учитывая то, что мы были не на своей территории, мы все-таки затащили. Кстати, что делает сейчас iPad? Сам подключается, куда-то нажимает, как играть с таким iPad'ом. И, в общем, ребят, я не успел с тренировочки вернуться. Блин, я там стримил, но я вам сейчас все покажу. Я там стримил, блин, на улице возле зала. Еще голова даже не высохшая была, блин, на своем стареньком телефоне. Но все-таки мы это смогли добить. И, конечно, не без помощи, ребят. Спасибо большое Холдику, спасибо VCR-у. Поляк, блин, крутой чел. Я еще давно его называл своим бро, потому что этот чел реально красава. И сейчас я вам все расскажу. И я думаю, что, блин, там еще и Лал был, да, чуть не забыл. Там много типов было. И спасибо большое всем вам, кто заходил, кто закидывал лайк. И я знал, что мы разорвем. Ну, конечно, есть, конечно, много вопросов, что эта борьба не особо честная была. Понятное дело, можно оправдаться и сказать, что... Ну, типа, у нас комьюнити большой и так далее, но как бы формат был сам выбран, типа, не мы сказали, давайте такой формат, давайте другой. Они же сами выбрали лайки, все, значит, лайки так лайки. И многие ру игроки не сидят в Твиттере, но это не проблема, создать аккаунт. И, понятное дело, может быть, тот, кто очень хочет поддержать нас, тот, кто поддерживал, кто-то создал два аккаунта, ну, типа... Блин, ну он не будет там сидеть, ему Твиттер нафиг не нужен, он по-английски там не понимает. И есть такие люди, я сам в Твиттере вообще почти не сижу. Ну, в основном, да, иногда захожу, когда меня кто-то тегает и так далее. А так, ну, и начали возмущаться, что якобы мы боты накручим и так далее. Ну, расскажите, как челик, у которого 80к подписчиков, блин, я не знаю, во сколько раз это меньше, чем у меня, если прям говорить точно, прям в цифрах, прям до миллисекунды, до миликопеечки. Я не знаю, как он умудрился нас люто вкачивать и прям люто обогнать, и я даже не скажу, что обгонять, потому что он обогнал нас, и после этого пришлось и писать Холдику, после этого VCR, а он помогал своей польской команде, Рама, там, хорошие игроки, я их тоже знаю, надеюсь, в Польше мы с ними увидимся. Так, iPad завис. И, в общем, я сейчас вам буквально покажу этот моментик, но еще расскажу пару интересных нюансов, которые, блин, ну, на самом деле сейчас в голове у меня просто лютый кипиш, потому что я много времени потерял именно на тренировке, я там пошел вот именно в этот разгар, когда вроде бы я там пост еще сделал, ролик вроде собирал, но все равно этого не было достаточно, нас начали люто обходить, и давайте я вам сейчас покажу это. Давайте я вебку чуть выведу выше, чтобы меня было видно. И супер интересные темы, все они происходят здесь. И вот он, этот пост. Гляньте, он собрал 300 и... Блин, я знаю цифру эту. И посмотрите сюда. А, сейчас, случайно. Давайте вот так даже отдельно сделаем. Получается, что вот они тегают мой аккаунт и поздравляют Russian Elite, кто все-таки попал, потому что рубанул 5700 лайков, вот этот моментик. Наверное, фоткали чуть позже, потому что итоги вроде бы на 2... ну, не на... А, хотя не, вру, это же другое время. И окей, вот они спустя 3 минуты после итогов, то есть итоги были 8.30, и вот через 3 минуты они выставляют такой результат. Но прикол в том, что тут уже кто-то плачется, кто-то возмущается, мол... Но вы имеете в виду, что Россия и Польша, Польша пустила Россию, чтобы побить Лавика. Ну, а расскажите мне, как Лавик, имея 80к подписчиков, собирал такое количество лайков, что просто там в каждую минутку падало чуть ли не по сотке, я просто офигеваю. Мы там кого только не подключили, и учитывая то, что да, понятное дело, это не наша территория была, не наша короночка, если бы конкурс был в ВК, мы бы просто в одну калитку всех бы разнесли, но на чужой территории... Все равно, такой вопрос, как можно было собирать такое количество? И, в общем, в чем прикол, почему VCR начал нам потом помогать? Мы всегда с ним давно еще дружили. Я помню, когда я не помню, я раньше попал, чем он в авторскую, то ли он позже. Ну, короче, не суть, в общем, мы там еще тогда тепло друг друга приветствовали. У нас был дружеский товарищеский матч с Польшей. И мы их, по-моему, выиграли, но все равно там... От души там все попрощались, типа, хорошая игра и так далее. В общем, всегда хорошо с ним общались. И после того, как они увидели, что эти типы, Лавик, даже бы найти бы этот комментарий. Я сейчас попробую найти.
Но тут как-то все перемешалось. Вот, Рама, почти 3К собрали, лютые, да? Но, в общем, после этого Лавик обошел и нас, и Раму. И я просто офигевал. Когда я с тренировки вышел, я офигел, что там творится. Мы уже люто летели. Вот пост модератор Лавика. Гляньте, как заплакали, как они расплакались. Я не буду, конечно, на его стрим заходить, потому что, в принципе, пофиг. Но у него там люто подгорело. Я не знаю, вы попробуйте, если он не скроет этот стрим, там можно чекнуть. Блин, у него там просто истерический смех был. И если поискать... Вот он. Вот этот пост. А сейчас 4К, по-моему... По-моему, лайки были супер быстро набиты и так далее, и поэтому какую-то часть крутили, потому что у нас тоже был лютый кипиш, когда еще мы Холодика подрубили. Спасибо Холодику тоже. Он зашел на стримчанском, начал пиарить, и у нас вот 5700, видите, да, у нас забрали 200. А до этого у нас еще забирали 800. Просто 800 лайков списали, хотя это не боты, это настоящие игроки, настоящие люди. Просто они здесь не сидят, ну как бы не наша территория, но мы там не сидим часто, у нас нету, кстати, фейк Джейсон. Вот смотрите, да, вот такие аккаунты, типа там одного читает, больше никого. И, конечно, можно подумать, что это боты, но все-таки это не так, потому что любому из таких напиши, если он еще твиттер не удалил, то он тебе ответит, потому что это настоящий человек. Ну и, в общем, как-то так весь этот кипиш прошел, там у кого-то люто подгорело, VCR нам, потому что помог после того, как понял, что, ну, типа, они не смогут затащить, потому что там Лави как-то люто накручивает, не знаю, как он умудрился это делать, он там стримчанский вел и так далее, долго сидел, пока я в дороге ехал, с телефонов там в Дискорде сидел, слушал, как Холдик нам помогает. Он начал нам помогать, и, в общем, общими усилиями мы все-таки задавили их. Но с нами, конечно, шутки плохи. Одна победка у нас есть, и теперь осталось. Наверное, теперь придется реально люто готовиться, потому что если сейчас, давайте я сейчас захват устройства вот сюда переведу, под овер, и захват экрана сделаю. Если теперь говорить о самой игре, то на нас теперь большая ответственность ложится, потому что, блин, по-любому вот эти все фанаты там... Джейсон сделал пост о том, что, ну, типа, он сомневается, как так, Лавик, имея так мало подписчиков в Ютубе, так люто набирал лайки каждую секунду, как это произошло, и, в общем... Тот там что-то на стриме начал кидать ссылку на его пост, чтобы все там Джейсону что-то писали и так далее. В общем, лютый бред творится. Я думаю, что против нас теперь люто будут болеть. Я не скажу, что у Лавика плохая тима, но, честно говоря, блин. Но если даже надо, если он там что-то хочет доказать, мы без проблем нашим составом можем зарубиться скрим и показать это. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что там 16 команд, из этих 16 команд дофига топовых. Есть не самые лучшие в мире там и так далее, которых можно пройти. Поэтому на нас теперь большая ответственность ложится, и нам по-любому нужно будет люто газовать. Я думаю, что готовиться будем потно. И когда это глянем? Я думаю, что получается итоги у нас. Получается, финалы будут 25 и 26 июня. Осталось буквально-таки, но это будет... Практически сразу после того, как пройдут отборы, которые будут на этих выходных, в которых мы тоже будем участвовать, будет неплохая практика, что-то после тренировочки переел. Но теперь, ребята, будем люто готовиться. И если есть у вас интересные идейки, то вы можете, конечно, подкинуть, как же нам теперь провернуть эту тему вместе с вами. То есть, чтобы вам интересно было бы видеть, как мы тренируемся. Или, может быть, блин, вот по стримчанскому, возможно, я первый день нашей квалы буду стримить, если вы хотите. Если вы закинете лайки, напишите об этом, то обязательно замутим. А по второму дню, если мы до него доживем, дай бог, я очень надеюсь, что у нас наконец-таки все будет получаться, потому что мы очень много сил прикладываем к этому. И вот если от всего сердца говорить, блин, мне очень обидно, когда мы постоянно проигрываем, потому что я знаю, что мы способны на большее, на многое способны, просто пока этого показать не можем. В силу каких-то обстоятельств или стечений, ну, всякое бывает. Но нам надо определиться, как бы вы хотели видеть наши результаты плотной работы. Я думаю, что, может быть, стоило бы иногда записывать скримы против топовых тим. Не обязательно это будут победные скримы. Может быть, это будет там и поражение. Потому что чаще всего мы больше всего учимся именно в поражении. Так что я думаю, ребят, что это будет прикольная тема. Ну, а вам спасибо всем большое за поддержку. Я очень в вас верил и я очень переживал, потому что...
Я мог бы и с утра на тренинг пройти, но как бы у меня там работка небольшая была по документам, и поэтому пришлось идти на вечер. И вот в итоге я весь кипиш этот пропустил. Но давайте сейчас одну качку мы затащим с вами, потому что у меня тут квесты остались. И я вам еще что-то сейчас, если катка меня не собьет и я не забуду, то я вам сейчас расскажу еще интересный факт, о котором я, по-моему, хотел сказать. Блин, я хотел, по-моему, еще спросить про стримчанский, который у меня был на улице с телефона. Как вам, ребят, такой формат? Было ли вам интересно, если бы я такой замутил? Ну, не обязательно, конечно, на улице, может быть, дома где-то. Но у вас была бы возможность чисто пообщаться. Никакого БС, чисто такой ламповый стрим. Какие-нибудь вопросы, может быть, и так далее. Я для вас, признаюсь честно, готовил очень бомбезный ролик. Но... Ой, сейчас меня затянет. Да, затянул. Я для вас готовил один бомбезный ролик, но ввиду того, что я с утра завтра уже уеду, вот... Ну, вы когда смотрите... Так-так, живи-живи, братуха. Не, фига типов поджали там. Ну, так много типов, офигеть. И, в общем, я не успел этот ролик подготовить, но вы знаете, что я для вас готовлю бомбезную тему. Такую тему еще никто не мутил, это будет очень интересно. И, в общем, в принципе, я думаю, что я вроде бы все сказал, вроде бы ничего не забыл. Так что, ребят, пишите обо всем, что я вам тут расписывал. Если вдруг забыли, то можно отмотать ролик обратно и снова вспомнить те вопросы, которые я вам задавал, потому что они созданы, ну, как бы здесь, блин, две пати, фига себе, с двух сторон. То, что вы здесь слышите, ребят, это не просто байт на комментарии. Ну, типа, эти вещи, они реально решают весь этот расклад, чтобы вы понимали. Бомжа в БС, вот в БС, АК без доната, ну, первым, понятное дело, рубрика АК без доната, это не новая тема. Но в БС мы ее замутили именно с вами первыми, именно потому, что кто-то написал про это. Типа, давай такое замутим, и вот, как бы, все эти вещи, все комментарии чекаются, все учитываются. Конечно, я прям... Все там до низов не листаю, потому что иногда там бывает всякая фигня, бессмысленный спам и так далее. Но вот все вещи, которые хотя бы чуток поднимаются в топ, я вот все чекаю. Так что спасибо вам большое. Я сейчас... Почему я сейчас все это пилю? Мог бы завтра с утра это все сделать. Я это делаю, потому что я сейчас очень рад, я на эмоциях, и вот у меня эмоции прям офигенные. Правда, я не понимаю, почему на 300+ у нас такие потные катки, и мы до сих пор не можем пройти... эту победку. Давайте, может, накопим. Так, окей. Давайте, может, накопим торпедку. О, рикошет, а ты попал, братуха? А мы сейчас еще робота рубанем. О, еще и Пайпер. Найс, зафармились. 9 на 9. Живи, живи. Читер. Ты читер. Блин, какой же Нани бесполезный. Мне просто горит с этого. Как я его хвалил, и как тяжело реализовать то, что у него есть. Как тяжело же на нем попадать. Какие медленные снаряды, я просто в шоке. Давайте на 11 выдадим. Мы его встретим сейчас в обход. Бум! На 7300. Это было прикольно. В общем, ребят, на этом будем подводить итоги. Огромное спасибо вам всем снова. Вы очень бомбезны, конечно. Без Холдика, без Лала, без всех ребят, которые нам помогали, без VCR-ов, было бы очень тяжело, и, возможно, нас бы опередили с этой накруткой. Но этого бы потом никто не доказал, потому что наши аккаунты были тоже не особо там олдовые и так далее, многие в Твиттере не сидят. Поэтому это честная борьба была, и лайк сейчас не стоит об этом сожалеть, там, грустить и плакать, как будто он 5000 евро потерял. Там будет еще 16 топовых команд, и не факт, что эти команды будет на изи пройти, особенно... Все зависит будет еще от сетки. Кинет сразу на код мэджик и потом, ну что грустить, что переживать. Там будет очень тяжело и потно. Но мы будем к этому готовы, чтобы не облажать, чтобы показать свой максимум. Так что, ребят, будем к этому готовиться. Всем удачи и всем пока.